Сегодня 5-й заключительный игровой день. И ой, вот эта комбинация и шайба в ворота. Ой, как здорово! Вот сейчас прошла. Все-таки адмирал забивает. Вот это да. Вот здесь хороший выход. И как он попадает! Сочи Хоккей Опен в этом сезоне выигрывает «Авангард». До сих пор не решена одна единственная проблема у Сочи. Нет ни одной победы. Впереди нас ждет матч между ХКА Сочи и минским «Динамо». Первое удаление в этом матче. Бросок еще один от синей линии. Нижний угол забивает Артур Тимулин. Сочи выходит вперед. Бросает Никита Зоркин и забивает. 3-2 в пользу Сочи. Бросок добивания, пустые ворота, шайба летит. Отыгрался с партнером передачи, и как раз в этот момент счет становится 4-2 в пользу Сочи. На этот раз Хайрулин попал. Попал, так попал. Кузьмин прошивает Николаева. Шайба влетает в ворота сборной. Турнир Лига Ставок Сочи Хоккей Опен 2022 официально завершен. Он был прекрасен. Спасибо большое, что были с нами. Увидимся в следующем году.